Новые фигуранты громкого дела Рашуковых. Хищение газа на 30 миллиардов рублей. Следственный комитет объявил в розыск двух топ-менеджеров газовых компаний в Буденновске и Невинномысске. Фотографии подозреваемых опубликованы на сайте СК. Ранее по этому делу уже были арестованы 7 человек. Первым задержали сенатора Рауфа Рашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Его также подозревают в убийстве. Отца парламентария Рауля Рашукова считают организатором преступного сообщества. За решеткой также оказались еще 5 руководителей региональных газовых компаний.